допустить появление таких Шиловых в городе Павлограде, в Павлоградском регионе. Одно имя возмущает людей. Совершенно этими данными. А давайте вообще закрыть собрание. Я областного совета, который сюда пришел, мне было приглашение конкретно, я им явил тебе. Он же знает, что у нас происходит сейчас, в данный момент, что нас идет выше. Нардеп знает об этом или нет? Что касается непосредственно мне, как человеку, скажу откровенно. Вот если бы в процессе там беседы кто-то бы, ну, бывает же в жизни, вот как и сейчас, допустим, спонтанно кто-то вышел и кричал, да здравствует федерализация и так далее. Да мне совершенно безразлично, Шилова привезла или нет. Я бы так иначе выставил и сказал, я не понял, вы что нас собрали здесь? Для того, чтобы какой-то негодяй в этот период времени нам рассказывал, как нам жить и что мы хотим устроить. Но этого вопроса не было как такового. Вы знали Шилову, Владимир. Слушайте. Что нам может вам сказать хорошее? Ну как Шилова? Она была директором телерадиокомпании в Днепропетровске. Я житель города Павлограда. Я встречался с ней раз в два месяца. Ну не больше. По отношению политического креда и так далее. За всех, кто больше даст, ну это большая часть депутатов таких. Сколько не дай, не каждый кормится, да и все.